15 октября селекторное совещание главы Донецкой Народной Республики с руководителями местных администраций, посвященное подготовке к отопительному сезону, для мэра Зугреса закончилось отставкой. Фрагмент совещания, где отчитывались чиновники Большого Харциска, мы даем без комментариев. Виктория Викторовна, прошу доложить о готовности самого города Харциск, поскольку на нашем совещании присутствует глава Иловайска из Угреса, мы рассмотрим их готовность более подробно, тем более, что нам есть на чем там остановиться и принять определенные решения. На сегодняшний день тепловые сети по городу, внутренняя система центрального отопления потребителей заполнены и готовы к принятию теплоносителей. По Иловайску, Руслан Геннадьевич, посмотрите, вот что у вас происходит по адресу Шевченко 131. Разрыты трубы уже в течение месяца, работы не ведутся, ну и никто их не зарывает. В данном случае вообще не важно, что это теплотрасса или система водоснабжения. Ну, устраняйте, я приеду, проверю, хочу посмотреть сам, причем и соседние дворы тоже, чтобы вы показательно один адрес не закрыли, а все остальное выпустили из своего вида. Отчет главы администрации Зугреса не убедил Дениса Пушилина. Согласно предоставленных мне отчетов, по состоянию на 12-10 гидравлические испытания систем центрального отопления выполнены на 36 жилых домах из 55 запланированных. Как показала проверка, фактических работ по гидравлическому испытанию не проводилось вообще, то есть ноль. Дальше. Ни в одном жилом доме не проводилась промывка систем отопления, а это 151 объект. Кроме того, в домах по улице Калинина 11 и 12, а также Пушкина 8, не завершен ремонт кровель, который был запланирован ранее и уже должен был быть закончен. Что вы можете по этому поводу сказать? Это работа на постоянном контроле администрации. Мы совместно с техносбором эту работу проверяем. Что касается всех остальных моментов, в принципе, город на 100% готов по всем позициям. По бумагам у вас действительно хорошо. Я это все вижу, и паспорта там готовы, подписаны. Но работы не проводились. И слишком много нарушений у подрядных организаций. Что это, злой умысел или просто халатное отношение к контролю за проведенными работами? Деньги выделялись, но тем не менее это не то расходование, которого бы мы ждали. Считаю, что здесь выражу мнение многих жителей города Зугреса. Вы не справились со своими обязанностями. И я освобождаю от вас от исполнения обязанностей главы администрации города Зугреса.